Мур! Привет, друзья! Вновь новостная рубрика «Изменение героев» в патче 1.2.96. В магазине героев за фрагменты добавят Валира, Москова, Урануса, уберут Хаябу и Альфу. К изменениям. Циклоп. Второй навык. Еще немного прежут отхил с навыка. Первый навык. Значение стартового урона будет уменьшено, но увеличена прибавка за уровень, то есть он будет чуть слабже на старте. Прибавку к ХП, заявленную в 94-м, отменили. Селена. Симбиоз. Теперь эффект от навыков эльфийки не отвергается щитом, а нормально накладывается. Правильно я считаю, это же ее механика боя. Акай. Ульта. Если вас подкинут во второй фазе ульты, ульта прервется, что является второй фазой. По-моему, это когда он уже вертится и может передвигаться. Гататкача. Второй навык. Сокращают КД на 3 секунды в начале и 2 секунды в конце на 6 уровне. Перезарядка навыка стартует сразу после второй фазы навыка, после прыжка в общем. Если навык будет прерван или отменен, немного сократится КД. Пассивка. Отхил увеличится на 4% вместо 3%. Ли Сун Син. Уменьшенное КД второго навыка на 2 секунды за каждый уровень. И также КД начинается после выстрела. Если навык будет прерван или отменен, немного сократится КД. Минотавр. Ульта в ярости. К первому удару также добавили подкидывание. Теперь их, как и раньше, 3. Изменили немного звук и иконки. Мартис. Исправлен баг первого навыка и его описание. Пока что оставили все так же оглушение. Чу. Изменена внешка основного скина и скина хип-хоп. Немного уменьшили ХП. Wipe out all the injustice in the world. Франко. Исправлен баг, когда крюк не наносил урона черепахе и лорду. Алдос. Кажется, это окончательный вариант имени в переводе. Изменен звуковой эффект ульты. Алия Морду поправили морду. То есть аватар и иконки навыков. Белерик. Теперь метка от первого навыка отмечает цель на карте, а также подсвечивает в кустах. Исправили баг самоотхила вторым навыком от башни. Клауд. Добавили чуть-чуть базового урона. Честно, ему не хватало. Многие спрашивали про пассивку Кагуры. Какая там иконка появляется? Сейчас я вам покажу. Вот эта иконка отмечает КД пассивки. На этом все. Подписывайтесь, чтобы не пропускать новости, ставьте лапки и всем пока!